Приветствую, друзья! Я хочу привлечь ваше внимание. У нас есть такой сайт, который называется Hasai.ru. Я еще напишу внизу, там, в комменте прикрепленном. Есть сайт Stress.ru. В Stress.ru много видео, много историй, много хроники. Там и обучение психологов МЧС, там и обучение спецназа, там и обучение художников и актеров и так далее. А вот я вас привлекаю в большей части сейчас на Hasai.ru. Мы его ведем с Федором Макаровым, с нашим сценаристом, который делал в свое время фильм, который называется «Ключ к мечте». Ну, он под роликом всегда стоит. Открывайте описание. Обязательно, кто хочет познакомиться с тем, что у нас сделано за все время. Там и книги, ссылки на книги, и там в первую очередь стоит «Ключ к мечте», пятиминутная презентация. Так вот, мы сейчас с Федором Макаровым, и почему я привлекаю ваше внимание к этому сайту Hasai.ru, потому что мы с Федором Макаровым задумали сейчас сделать, ну, просто оглушительную вещь, очень интересную и полезную, которой в мире никогда раньше не было. И мы ищем сейчас киношников, потому что Федор сейчас пишет сценарий, уже почти дописал. Я не буду сейчас выдавать секретов, чтобы было интересно. Но такого в мире никогда не было, и ни один психолог в мире нигде этого не мог прочитать и не знает этого. А мы в этом фильме сразу и выдадим, чтобы все многие, которые хотят, сразу посмотрели. Да. Будет очень интересно. Поэтому я и искал, вот я в прошлый раз как-то говорил, может подключить туда и вот эти вот нейросети, ИИ, которые смогут там некоторые картинки мультиками сделать, потому что нам киношники нужны. Но вы знаете, как это сейчас сложно организовывать, как это все дорого и так далее. А концепт уже есть. Да, и он такой потрясающий, что хочется быстрее людям помочь, потому что этот фильм сразу всем поможет. Там есть нечто такое, ну, чего никогда раньше в мире не было. И как только люди узнают, они начнут этим пользоваться. Да, и многие, ну, короче говоря, я еще расскажу про это в следующих роликах. До встречи, друзья.